540 квадратных километров пляжа и почти 365 дней солнца. Остров Пхукет – самый большой остров Таиланда, омываемый Андаманским морем и Индийским океаном. Пхукет переводится с малазийского как «гора». Их здесь нет, просто сам остров очень похож на Зеленую гору. Уже в XIV веке это был основной торговый узел в Юго-Восточной Азии. Сейчас это туристический рай. Здесь можно загорать, заниматься дайвингом, подводной охотой, виндсерфингом. Можно также покататься на яхтах или прыгнуть с парашютом. Конечно, как и в любых тропиках, здесь есть сезон дождей с мая по октябрь. Но все не так страшно. В это время много солнечных дней. Иногда солнце сменяется облачной погодой и могут идти дожди. Но, как правило, они непродолжительные и идут в удобное для туристов время – ночью. Иногда, правда, могут возникнуть штормы, но больше 2-3 дней стихия не бушует.